Добрая комната – это место, куда каждый ребенок, который по какой-то причине вынужден находиться в больнице, может прийти и на время забыть о своем заболевании. Ведь здесь можно поиграть с другими ребятами и просто весело провести время. Игровая создана по инициативе Щелковского отделения партии «Единая Россия» и «Молодой гвардии» совместно с детской художественной школой, а также членами Муниципального союза промышленников и предпринимателей и местными депутатами. Мы взрослые их просто поддерживали и сегодня приехали вместе с вами открыть эту добрую комнату, чтобы тем детям, которые будут находиться на лечении в этом учреждении, было комфортно. Создать вот такие условия, чтобы вы быстрее выздоравливали. Потому что хорошее настроение, хорошая компания, ну и, естественно, хорошие доктора позволяют быстрее вам выздороветь и попасть домой к родителям. Сами дети, конечно, очень рады тому, что теперь в больнице смогут заняться чем-то интересным. В игровой комнате есть все необходимое для этого. Игрушки, книжки со сказками, а также большой телевизор, по которому всегда показывают добрые и веселые мультфильмы. Мне просто понравились игрушки всякие, конфетки. Ну вы будете здесь играть? Мне все понравилось. Я очень рада, что открыли такую комнату, чтобы детям можно было играть, где можно играть. Потому что в больнице все-таки гулять ходить нельзя, закрытая территория. А здесь они могут скрасить свои будни, быстрее поправиться и не чувствовать себя больными. Всего в рамках проекта планируется открыть 57 подобных комнат по всей Московской области. Гости, собравшиеся на открытии доброй комнаты, поздравили маленьких пациентов, а также их родителей с наступающим Новым годом и вручили небольшие подарки. Мария Буржинская, Сергей Максимов, Щелковское телевидение.